Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Soulstone Survivors. Давайте сыграем за псаря. В дереве навыков у него появился пир гончих. Теперь хозяин гончих может собирать еду с поверженных врагов и скармливать ее гончим, исцеляя их и откармливая. Чем более сытые гончие, тем сильнее их преимущество. Также в дереве навыков есть возможность увеличить количество спутников. Вот я увеличил на один и еще на один. То есть 4 собачки. Мне кажется, это круто. Вообще, раньше было играть за него сложно. Это довольно геморный персонаж. Надеюсь, сейчас будет полегче. Я возьму вторую пушку, месть стрелка. Она стреляет картечью, накладывая хрупкость. В принципе, мне нравится. Не хотелось бы проходить снова через хаос или что-то подобное. В общем, попробуем пройти через пушку и собачек. Куда пойдем? Погнали в подземелье отчаяния. Нужны вот эти минералы, кварц. Так, 48 вроде все, да? Максимальный уровень сложности. 4 собачки. Я думаю, начало вообще супер простое будет. Так, ну где мясо-то? Не откармливать надо собачку. Вот, смотри, индикатор 5. Так, оголодавшие, бонусов нет. Плюс 50 мощность брони, шанс на крит. Так, опять модификатор чистоты каста. Так это у кого? У меня будет модификатор каст? Ну, короче, их надо кормить, тогда все будет зашибись. А может быть, они будут погибать, но мы будем их кастовать и кастовать. Чуть мало противников. Да, но ресурсы тут супер сложно набрать на новое оружие. Я не знаю, сколько надо забегов сделать. Так, вообще вот это не хочу, мне это все не нравится. А вот еще одну картечь давайте возьмем. Мне нравится хрупкость, еще лед мне нравится. Чтобы морозить и тоже накладывать хрупкость. Экспансивность. Мощный удар или ловкость? Сейчас ловкость хочу, мне очень тяготит низкая скорость. Не могу сказать, что я привык играть на пантере. Но, смотри, 2 кусочка. Отлично. Бешеные кролики. Бешеные кролики. Это хорошо, но это слишком читерская фигня. Это, так сказать, любой дурак с этим пройдет. Лавина, давайте лавину открыть. Ну стреляй лавины. Накладывай хрупкость. Пусть они все опять морозятся. Мультикаст. Отлично. Еще ловкость. Пойдет. Кстати, я все время забываю, что магнетизм это не только радиус подбора, но еще и... Бесишь. О, как здесь. Но еще и модификатор получаемого опыта. Ну, фронтальный. Тут мне нравится. Давайте возьмем. Бомба. Ну, давайте бомбу возьмем. Мне это все не нравится. Давайте возьмем. Так, область действия. Но мне... Я не могу уже перевыбрать. Кто себе что тут позволяет такое? Кто это такой тут смелый? Знание льда.
Собачки, вперед! Собачки! Очень, конечно, непривычно играть почему-то с двумя рывками. Как будто я всю жизнь играл только там с пятью. Не знаю, с чем это связано, но всем не хватает как будто. Притом у меня навык, вот сильный рывок, по-моему. Вот, мастерство рывка. Я не знаю, как я с другими навыками вообще могу играть. Мне все время не хватает скорости и всем не хватает рывков. Хотя за всадника я прошел, а там рывки отсутствуют, по-моему, полностью. Ну, неплохо, неплохо. Собачки работают, все работает. Давайте поджаривание. Мультикаст. Давайте эту штуку. Что-то он не хочет магнитик предлагать на холодильник. Или только на холодильник предлагает. Призывайте владыку. Да я понял уже. Готов призвать. Ой, давайте магнетизм. Хотя я хочу скорость. Мне скорости не хватает. О, какие куски мяса хорошие. Крепкость. Ну давайте возьмем крепкость. Думаю, не помешает прям так. То есть, ну может быть одна штука не так существенно, но если взять несколько. Ну потом эти чуваки с бочками, они сносят не так много, сколько отталкивают. Но все равно, если они вообще ничего бы не сносили, было бы хорошо. То есть своя логика есть. Так, еще кусочек мяса. Магнетизм. Едайте кровать. Да что, прикосновение льда, надо всех замедлять. Я должен быть быстрым, а они все медленные. Давайте еще немножко хрупкости. Жестокие удары. Отлично, вообще отлично. Так, картечь, вот область. У нас же область на всю карту картечь херачилась. О, вот это с этим легко. Сейчас он будет идти, мы его застрелим. Так, область действия, картечь, картечь, отлично. Ну, мне бы вот бомбу заменить. Бомба мне не нравится, осколочная, фигня. Так, ну давайте вот эту штуку. Так, картечь. Ну давайте как... Ага, подожди-ка, давайте лучше лавину, наверное, возьмем. Разнообразим. Ну хотя бы осколочную бомбу. Вот. Хочу морозно бить всех. Надо потом посмотреть, насколько эффективна вообще эта штука. Ну думаю, эффективно. Ну а нет, просто собачки всех загрызут. Мультикаст. Давай. Блин, какие они быстрые все. Не дают вот буквально тут. Тут надо-то пару секунд всего, и там урон просто начнет в геометрической прогрессии расти. Да не дают. Постоянно атакуют. А скорость низкая, не могу уйти из этой области.
Лавина, давайте тоже заменим. Ну давайте вот этот мощный взрыв. Все, три карты и четыре лавины. Просто и надеюсь эффективно. Но это не точно. Замедляем, морозим. Дай шанс на крейт. Катюха пришла. Вот они опять заблевали с этой кислотой. Абраганцы. Так, надо сходить уничтожить кристаллы. Ну хотя, не они так сильно вредят. Как бы вред от других в основном. Так, а давайте, наверное, уже все пропускать активно. Так, область действия лавины. Давай. Магнетизм. Давайте магнетизм возьмем. Экспансивность. Да что магнетизм? Мультикаст сезонный, лавина. Давайте. Мощный удар. Давай. Наверное, хрупкость. Не дать вот так. Мне кажется, хрупкости достаточно. Хотя она там как-то стакается. Вроде лишних тоже не бывает. Но тут баланс нужен. Какой-то баланс нужен. Но он все время мне ставит 5 противников. Я не успеваю быстро их ликвидировать. Ловкость. Вот это очень кстати, черт возьми. Как же мне не хватает скорости. Конечно, рывок было бы более круто получить, но все равно скорость прям великолепна. Не, ну сейчас у них шансов-то не особо много. О, кварц нашел. Единичка, две единички, охренеть. Как много, как щедро. Уже 8 минут мудокаемся. Или едва ли, конечно, можно назвать эффективным. Потому что убили всего 6 ладык. Ну ладно. Магнетизм. Давай. В принципе, скорость вот еще чуть-чуть и было бы прям очень хорошо. Давайте еще снизим урон, получаем. Вообще будет комфортно, я надеюсь. Мне кажется, сейчас есть шанс победить противников до того, как придут следующие. Но это не точно, правда.
Уже он элиты опять ставит, до хрена. Так, мультикас картечу. Поворачивается-то, зараза как. Еще кварц. Ну, правда, мне столько кварца надо. Это еще 20 забега. Я что-то курсор потерял. Давай, 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 давай. Ловкость. Давайте ловкость возьму. Не могу без скорости. Все, сейчас вот здесь разберемся. Давай, давай, давай. Блин, это луч. Очень не кстати. Успел. Успел замочить до появления нового. Новой партии. Но это неплохой результат. Ну, для царя. И как я за него обычно играю. Так ощущение, что он действительно стал посильнее. Я-то уж точно лучше не стал играть с таким перерывом. Быстрота, лишний рывок, ну все. Так, теперь надо прям супер эффективно их выносить. Я даже не знаю, есть тут мои собачки, нет моих собачек. Вообще ни хера не понятно. Я хреначу, главное, своей картечью. Магнетизм или ловкость? Дайте еще ловкость. Все, я просто счастлив с такой ловкостью, с тремя рывками. У чужих собачек я вижу, а своих что-то не очень. Ловкость. Давайте еще ловкость. Ну прям чувствуется. Бодрячком прям все. О, собачки мои появились. 19 урона, конечно, многовато. Ну, посмотри, как они заплевали тут все просто. Да, успею и этих вынести до появления новых. И с элитой тогда разберусь. С мерзкой. Чуть-чуть. Вот здесь у них у всех прям равномерно как бы теряется КП. Видишь, они втрое сейчас сдохнут практически одновременно. Мультикаст сезонный. Отлично. Сезонный мультикаст. Ну вот и все. Носитель чумы. Так, кто тут возмущался? Где тут эти кристаллы чертовы? Ни хрена себе у кристалла. А сколько у него же КПшка-то?
У меня хпшка все 61. Так, надо идти разбираться срочно. Быстрей, быстрей, быстрей! Застрял, но это классика. Давай, 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 давай. Есть. Морозная свежесть. Немного яда. Нет, 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 ну, блядь, застрял на ровном месте. Там такие, как уголки, сделаны специально, чтобы я застревал в них. Так, что-то я потерял. А где еще есть кристалл? А вот кристалл. Так, выносим элиту. Быстрей, быстрей, быстрей. Уже не получится. Ну ладно, последний рывок. Чё-то не очень как-то. Да чё магнетизм это? Сейчас всё соберём. И вообще даже один левелап не дали. Грустно. Несущий хаос, иди сюда. Иди, 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 иди сюда, ну иди же сюда. Так, область лавина. 33? 33, а за что 33-то? Давай, 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 давай. Ну так, что-то они теряют. Потихоньку. Ну уж очень много элиты. Очень много элиты. Ну, насколько стало комфортнее играть с дополнительным рывком. Ну, трешку уже кому-то сняли, вот падшему королю. Давай, 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 вот этот вот. Несущий хаос. А, ты здесь? А с кем я тебя перепутал, что ли? Так, ловкость. А вот уже минус один. Ну все, сейчас будет легче. Сейчас будет еще легче. Ну как бы силу собачек я, честно говоря, не понял. Силу собачек не могу оценить. Ну, может быть, они где-то там тусуются, но когда я их вижу, у них там они все при смерти находятся. Тот факт, что в этом дереве навыков я еще могу увеличить его какие-то основные показатели, но это да, это значимо, он стал действительно сильнее. А вот с собачками, не знаю. Ну, какой-то призыв мне предлагают раскачать сам по себе, вот, чтобы усилить собак. Мне кажется, это недостаток какой-то.
удалось разрушить. Героненько. Ну, может, и не стоит тратить время. А просто надо несущего хаос вынести. Два миллиона у него осталось. Ну сейчас мы ему в спину ухерачим. Немного яда. А вот и все, вот и до свидуся. Двадцать минут. Ну неплохой результат. Ну собачки. Скармливая еду гончим, вы исцеляете их на 16 единиц и повышаете показатели на базе урона сытости. Мощность брони, модификатор урона, шанс крита, модификатор скорости, модификатор частоты каста. Они суммируются с предыдущими. Ну это понятно, что они суммируются. Если бы они не суммировались, вообще отстой был бы. Ну вот. Пятикратная, вот это вот полностью откормленная, плюс 70% модификатор каста. Ну а как часто они появляются, можно понять. Так, ну сколько тут у нас уровней? Ну немножко уровней дали. Мы заработали 7 единиц кварца. Печально это, конечно. Так, лавина 73. Ну хорошо, картечь 51 миллион. Собачий укус. 4 миллиона. Ну, вот что это такое? Это полный отстой называется. Ну, реально, ну 4 миллиона. Ну, по сравнению с этим. Ну, вот хорошо. Вот в сумме сколько это? 120 миллионов. На 6 навыков делим. 20 миллионов навык. А это 4. Ну, фигня. Назад меню. Так, давайте посмотрим, сколько стоит вообще что-нибудь улучшить. Так, сколько стоит вот эта фигня? Еще 8 единиц кварца. Тут охренеешь просто. Просто охренеешь. Ну, набрать-то, конечно, можно. Но столько бегать. Так, 7 навыков. Чем можем качнуть? Эффективность исцеления. Это все фигня. Откормленность. В общем, короче, собак качать не буду. Модификатор частоты каста. Вот это можно. Так, а вот это что это такое? Модификатор урона. Пусть будет. Все навыки накладывают хрупкость с 10% шансом. Пусть. Модификатор скорости передвижения на дополнительные 10. А, ну это, наверное, суммарно там по 2% сегодня добавлялось. Да мне сколько не дай, мне всегда мало скорости. Ну, кстати, неплохо он у меня прокачан. Тут, в общем-то, таких нулевых-то, наверное, практически нет. Только вот эта штука. Эффекта откормленности. Модификатор урона спутников. Ну там, там даже в 3 раза, если увеличить, все равно это несущественно. Так, а какие руны у него были? Я же все руны у него открыл. Так, это кого можно понять? Атаки снарядов. Нестандартный дебют. Ну тут любой можно использовать, в принципе. Эффективный сбор. Количество материалов при сборе на 50%. А, это такие как бы универсальные. Тут есть.
Так, это ткач заклинаний. Это пиромант. Ну фиг его знает. Причем надо изучать новые руны. Может, что-то можно взять более качественное, чем у меня. У меня был рот умения взрыв. Так, что у нас по достижениям? Так, что мы не выполнили? Убейте 500 000 врагов. Вообще просто по чайной ложке набирается. И создайте 6 единиц оружия. Пока все. Ну что ж, дальше будем смотреть какого-нибудь еще персонажа. Ну что, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи в следующей серии. Всем пока.